Друзья, привет! Меня зовут Саша Иванов, и на канале «Живу на земле». Я когда делал видео про разделку окуней на филе, я обещал показать, как они выглядят жареные. Мне хочется просто поделиться этим прекрасным событием. Мы сейчас будем жарить окуней. Я собираюсь на рыбалку. Я их уже почистил. Все гениально и абсолютно просто. Самое вкусное, что с ними можно сделать. Ну, наверное, много всего вкусного можно сделать, но так вообще по-простому его... Поперчить немного приправкой, посолить, обвалять в муке, чтобы мясо осталось сочным, и пожарить. Сейчас я покажу, как это будет выглядеть жареное. А так вот икра еще с окуней есть. Солить филе нужно совсем немного, потому что достаточно быстро оно становится соленым. Я как бы солю на глаз. Но именно по окуню. Мясо не жирное. Поэтому соль вбирает быстро. А вот икра наоборот. Икру можно посолить покрепче. Икра просаливается достаточно сложно. Ну как покрепче, как мясо. Так. И приправку обязательно, чтобы было написано для рыбы. Потому что много раз уже пробовал, много раз говорил про это, что приправа для рыбы, она действительно подходит для рыбы. По золотому правилу приправы должно быть не больше, чем соли. Что если мало солили, то и приправки совсем чуть-чуть. Вкуса будет достаточно. Я пойду на рыбалку сейчас собираться, Юля будет дожаривать, поэтому руки в кадре женские. Это не мои, мои вот. Вот она делает, она сначала обваливает все кусочки в муке. Я, конечно, более безобразно жарю, но в результате блюдо все равно получается прекрасным. Я так по-быстрому, я все в муке сразу перемешиваю и накладываю. Сейчас нужно филе это обжарить с одной стороны, потом перевернуть, обжарить с другой стороны. Накрыть крышкой, маленечко потушить, потом открыть крышку, и чтобы лишняя влага вышла, тоже там можно попереворачивать. Ну, в общем-то, проще некуда, нужно продукт придать просто тепловой обработке. Рыбка с двух сторон обжарилась и потушилась немножечко под крышкой. И вот для готовности, когда крышку сняли, маленько надо подождать, когда влага выпарится. Перевернуть еще разочек, и тогда получится такие, ну, более хрустящие кусочки. Кстати, один из комментариев был про то, что в кукурузной крупе, муке, в кукурузной муке рыба получается более такая хрустящая и более... Ну, там человек описывал, я понял, что это очень вкусно. Ну, кукурузной муки под рукой нет. Делаем в обычной пшеничной. Тоже будет супериор. Друзья, в итоге получается вот такое блюдо. Это вообще, это просто потрясающе вкусно. Те, кому жареное сильно нельзя, это можно также попарить. Тоже получается очень вкусно. Когда рыба свежая, с рыбалки, ее привозишь, даже сразу замораживаешь, ну как свежая, там, свежезамороженная, да, и потом... Не требуется какой-то особой хитрости, чтобы ее приготовить. Она уже прекрасна. Я не буду даже пробовать на камеру. Вы понимаете, что это супер. Ради этого стоит ехать и ловить этих маленьких всяких разных окуньков, чистить их, и вообще это круто.
Спасибо за просмотр. С вами был Саша Иванов. До новых встреч. Пока.